Добрый вечер, дорогие друзья. Пусть Бог вас благословит обильно и всю вашу семью во имя Иисуса Христа. Мы сейчас совершим эту молитву перед сном. Сегодня суббота, 18 мая. Мы сейчас вместе поблагодарим Господа за сегодняшний день. И мы также попросим, чтобы Он благословил наш сон и эту ночь. Аминь? Слава Богу! Как прошел для вас сегодняшний день? Я надеюсь, что у вас все хорошо. Если не хорошо, будет хорошо. Потому что мы помолимся за вас и я верю, что Бог вам поможет. До того, как совершите молитву, я хотел с вами прочитать это место Писания. Второзаконие, 31 главу, 8 стих. Господь сам пойдет перед тобою и будет с тобой. Он никогда тебя не оставит и не покинет. Не бойся и не будь малодушным. Дорогие друзья, какое слово для нас, чтобы мы начали новую неделю с этой верой, что Бог пойдет перед нами. Что это означает? Он идет впереди нас для того, чтобы направлять нас, для того, чтобы открывать двери, которые были закрыты, и помочь нам. Аминь. Вы верите в это? Я не знаю, как прошла эта неделя для вас. Возможно, там на работе у вас проблемы, возможно, дома у вас проблемы, но то, что я хочу сказать вам, что это новая неделя, сегодня суббота, да? Это новая неделя для нас, будет успешной, благословенной во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Вы верите в это? Я уверен, Бог обо всем позаботится во имя Господа Иисуса. Мы сейчас помолимся Господу, и мы попросим, чтобы Он нас благословил, чтобы Он нам помог. Аминь? Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Бог и мой Отец. Во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в этой молитве. День заканчивается, неделя заканчивается, Господь, и мы благодарим Тебя. Спасибо за сегодняшний день, за то, что Ты привел нас домой в безопасности, состоянии, и за то, что Ты, мой Господь, всегда с нами. Спасибо Тебе, Господь. Мы за все благодарим во имя Господа Иисуса Христа. Господь, все вопросы, которые мы не смогли решить сегодня, все то, что беспокоит нас, мы все отдаем в Твои святые руки. Господь, мы верим, что с Твоей помощью, с Твоим направлением у нас все получится, у нас все будет хорошо. Мы отдаем Тебе нашу жизнь, отдаем Тебе, мой Бог, вот эти проблемы, которые окружают нас. Ты видишь то, что происходит в нашей жизни, Ты знаешь, Господь, наши нужды. Я прошу во имя Господа Иисуса Христа, помоги, мой Бог, нам. С Твоей помощью точно все у нас будет хорошо. Во имя Иисуса Христа. Мы просим, прости, Господь, наши грехи, наши слабости, наши недостатки. Прости, мой Бог, нас. Прости, мой Бог. Иногда бывает, что мы делаем не то, что надо. Но мы смиряемся перед Тобой. И мы просим, мой Господь, помилуй нас. Господь, благослови эту ночь.
дай нам спокойный, крепкий сон, чтобы мы могли отдохнуть и завтра утром проснуться в присутствии Твоем. Пусть, Господь, Твои ангелы будут охранять и нас, и всю нашу семью. Это наша молитва Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, да благословит вас Бог и сохранит вас. Да презрит Господь на вас светлым лицом Своим и помилует вас. Да обратит Господь лицо Свое на вас и даст вам мир. И если вы верите в эту молитву, скажите: «Я принимаю это благословение». Скажите: «Аминь», и да будет так. Слава Богу! Аминь! Я верю, что Бог услышал нашу молитву. Наша жизнь в Его руках. Аминь! Каждый вечер в 10 часов по бишкекскому времени мы совершаем эту молитву перед сном, и вы можете присоединяться к нам. И если это слово вам помогло, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям, напишите в комментариях вот эту фразу: «Бог никогда меня не оставит, и я не убоюсь, и я доверяю всю мою жизнь Ему». Аминь? Слава Богу! Пусть Бог вас благословит, всю вашу семью. И если вы можете поделиться этой трансляцией с вашими друзьями, ставьте лайк, чтобы YouTube предложил другим людям. Мы благодарим. Пусть Бог благословит вас. Спокойной вам ночи.